Всем привет, ребятки, вы попали на канал Милашка Тока. И сегодня мы с вами пришли в канцелярский магазин, так как скоро школы, институты, все вот эти вот дела, и поэтому надо закупиться к школе. Ну вот, мы пришли в канцелярский магазин, сегодня уже у нас открылся в городе, так что давайте пойдем посмотрим. Но перед началом нашего ролика не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Всем спасибо! Здравствуйте. Здравствуйте, уберите тележку, проходите. Угу, проходим, ребят. А вот это, конечно, классно. Так, идем выбирать ручки. Так, я хочу вот это вот с лапкой. Ой, это карандаш, точнее, вот. Ножницы обязательно нужны. Так, текстовый делитель, конечно, особенно в институте там или в старших классах. Так, и вот такой вот карандаш с мелодией. И, конечно, вот такой вот меритель, или как там правильно называется, не знаю. Так что вот так вот, подходим к другой стойке. Так, тут у нас цветные карандаши и всякие тоже выделители и ручки. Так, возьму вот такую вот ручку. И карандаши, конечно, ну и вот такой вот желтенький выделитель, чтобы было немного получше. Ребятки, я сейчас в отделе с рюкзаками, хочу себе выбрать то, что мне более подойдет. Так, ну, я присматривала вот такой вариант, но он такой более крутой, более дерзкий. И, в общем, я остановилась на вот таком вот варианте. Он подходит вообще под мой стиль, типа все такое. Так что берем вот этот вот рюкзачок и идем дальше. Так, я зашла в какой-то отдел, не понимаю... Это просто отдел, как бы, не знаю, наверное, у него нет названия. Так, степлер в виде кита или акулы какой-то. Ну, короче, сойдет. Так, конечно же, ноты на музыку возьмем. И, так, тетрадки. Тетрадки обязательно нужны. Возьму одну, которой 48 листов, и возьму обычные простые голубенькие. Вот такие вот обычные простые голубенькие тетрадки. Так, возьмем. Все, что тут есть. Так, клей обязательно надо взять. И пенал. Ну, выбора пеналов тут нет. Тут один такой с радугой. Кстати, заметьте, он подходит под мой рюкзак. Там комплектик взяла. Так, какие-то чернила. Ну, ой, блин, сейчас руки себе еще замажу. Я таким не пользуюсь, если честно. Ну, а если ты хочешь узнать, что было дальше, то ставь лайк и досматривай видео до конца. Ребят, я тут еще закупилась по мелочи без вас. Ну, мы, конечно, придем ко мне домой, все это рассмотрим, так что давайте я сейчас все это оплачу. Женщина, я все посчитала на 21 693 рубля. Берите пакетик и складывайте. Все, вот вам пакет. Угу, спасибо. Оплата по карте или наличными? По карте. Спасибо за покупку, до свидания. До свидания. Ребятки, я закупилась вот с такими пакетами, мы отправляемся ко мне домой. Ребят, я дома, и сейчас мы вместе с вами будем рассматривать то, что я купила. Первое. Я купила вот, короче,
В рюкзаке у нас степлер. Вот такая вот книжка. Это как бы просто для заметок. И вот такой вот пенал, который подходит под мой рюкзак. Ребят, я старалась снять для вас качественное видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Вы были на канале Милошка Тока. Всем до новых встреч и всем пока-пока.